Всем привет, это канал «Жизнь с нуля», с вами автор, ведущий канала Вячеслав. Декабрь у нас, вот такое вот бесснежное у нас утро. У нас оттепель сменилась вот такой вот погодой опять. Слегка подморозило до минус 4, козы мои. Пока еще терпят, находятся они у меня под навесом. Вот. Опять это собака соседская. Значит, сегодня новости интересные с утра слушал по поводу того, что директор Промсвязьбанка смылся за границу, а картотека кредитная частично была уничтожена в Промсвязьбанке. Ну и я думаю, ни для кого не секрет, что дядя подумал и решил сделать ноги. Вот так сегодня поступают люди, у которых больше нету выхода. Они готовы идти даже на преступление, но, скажем так, чтобы не быть в минусе. Значит, ну у меня сегодня есть хорошие новости и плохие. Плохие то, что по-прежнему не выплачивают эти самые 200 тысяч. Вот, и хорошие новости, что сегодня позвонил одному работодателю, тот приглашает на собеседование, но ехать надо вначале за 200 километров поговорить с директором. Вот, работа связана с коммуникациями, с полипропиленовыми трубами. Вот, думал, что вначале возьмут прочитым рабочим, но поговорив, директор предложил вариант с ИТРовцем. Вот, может быть, с мастером, может быть, еще с каким-нибудь инженером. Вот. Но одна проблема нарисовалась. Нет у меня машины, а должность требует перевозок, переездов. А это где-то, наверное, нужно, ну, хотя бы 1070. Ну, я думаю, что надо завтра съездить, поговорить, пообщаться. Вот, если все нормально, то я думаю, что игра стоит свеч. Вот, потому что иметь работу сейчас, конечно, важно. Вот. Ну, все остальное пока в порядке. Вот. Спасибо вам за обсуждение. Рад тому, что тролли поисчезали. Вот. За сочувствие огромное спасибо, потому что для меня это очень важно. Вот. И как бы только то, что вы, по крайней мере, не критикуете, уже хорошо. Вот. Так что будем двигаться дальше. Будем жить. Будем что-то делать, будем менять мир к лучшему. Вот. А пока всем добра и пока.